Какие у вас впечатления об игре? Ну, у меня, я так как получил травму в прошлом матче, впечатления игре оказались положительными, потому что ребята очень хорошо играли, не оставили шансов соперникам. Как бы то, что этот соперник идет где-то в середине турнирной таблицы, для меня как бы удивительно, потому что из того, что я видел матчи, эта команда как бы максимум сильнее только Химика. А так там, грубо говоря, то, что все, что они забили, это, грубо говоря, мы все сами себе привезли, и как бы победа уверена. Ну вот, Вова, может, ты скажешь тоже свое мнение? Ну, на самом деле, впечатление положительное только. Сегодня вообще игралось в удовольствие, получалось, ну, не все, но практически все, честно говоря, вот от таких игр, правда, получаешь удовольствие. Какие планы были на игру и удалось ли все реализовать? Ну, я думаю, Вова более компетентный. Ну, планы были выиграть. У нас на каждую игру примерно одинаковые планы, поэтому, ну, удалось, да, выиграли. Какие ошибки у вас сегодня были? Ну, 3 гола ненужных пустили, как бы. Ну, первый там парень хорошо попал у них, второй там себе привезли, третий не доработали. А в остальном все, ну, все хорошо. Ну, 3 гола пропущены, 3 ошибки, все. Ну, еще мне с Бровки понравилось, как там Володя просто деклассировали, когда его просто вот там человек просто пяточкой проверил между ног. Это просто, ну, просто человек, как бы уже, я считаю, уже не футболист, а просто одно название.